Нет, нормально. Вовремя перевязываешься. А танк что, не закрыли, что ли? Он закрыт? Нет, так там пулемет спереди специально открыт. А зачем? Как его оттуда выкуривать? Да я не помню, я вроде давал РКГ-хи, но, по-моему, русским выдал на самом-то деле. И либо я их собирался выдать, но не выдал. Я вот посмотрю еще. Потому что туда нужно, да. Я еще задумался тогда, когда миссию создавал, думаю, надо типа танк чем-то выбивать. Что ты там делать-то? Не знаю. Стоять как идиот, стрелять по ним. Не, есть до 30. Она пустая, я садился, я думал, о, сейчас там, наверное, сую вам всем. То есть, а нифига, сел. Да. А там ни хрена. А чё вы на меня смотрели, я не понял. Я в окоп ползу, на меня один смотрит, я его завалил, второй на меня смотрит. Я на тебя не смотрел, я на туза смотрел, который убил. А сейчас Гонзо убил. Гонзо убил, давай пидел. Да, Гонзо вообще вне зоны Харрис. А сейчас Гонзо поймает Келлигану. Или если зверь выйдет из зоны, то зона захватится автоматом, там стоит вот этот захват. То есть... О, да, Келлиган сейчас увидит Гонзо. Кто будет первым? Келлиган. Что это? Вы видели это? Вы видели? Да, 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 да. Дон, ты броня. Это что за бронеёлка сейчас была? Не знаю. Аня, он был раненый.